Всех приветствую. Большинство проголосовало за прохождение Воксель между сериями Советской Республики. Так, давайте начнем. Так, новая игра. Буду я играть на максимальном уровне сложности, насколько это возможно, только с одной оговорочкой. Я, наверное, возьму название городов украинские. Российские вы все свои знаете, да? Давайте посмотрим, какие в Украине города, хорошо? Так, теперь, далее, название компании Rail, рубль, давай уже выберем, чего бы и нет, есть тут именно украинская гривна или нет, есть юани, пускай будут. Так, теперь далее, сложность, тут выбираем все максимально сложно, насколько это возможно, если через 3 месяца мы не можем ничего отдать, мы становимся банкротами. Так, исследование обычное, сигналы доступны в начале все, только семафоры. Поезда могут разворачиваться, выключим, лучше будем разворотные кольца делать. Так, мир очень большой, это все большое. Без модов играем. Кстати, здесь есть прекраснейшие моды, просто можно нереальную красоту сделать, даже не узнаете, что это воксель. Вы просто еще не знаете всех возможностей этой игры. Начнем. Вот и сгенерировалась карта. Добро пожаловать в регион Гайварун. Площадь 8 миллионов квадратных километров. Ресурсы у нас уголь, железная руда и дерево. Биом умеренный. Все у нас зелененькое, как видите. Так. Города у нас Гайварун, 186 индустриальные, это где он находится? Ой-ой-ой, за горой прям находится. Так, камень Каширский, смешанный это вот, и Крапивницкий, туристический. Давайте попробуем сразу начать с перевозки пассажиров. Я ни разу не пробовал перевозку пассажиров сразу, а именно начинал именно с индустриальных таких добывалочек. Так что в этот раз будем начинать с пассажиров. Так, хорошо, поставил я на паузу. Не, мне, пожалуйста, без обучения, пожалуйста, не нужно. Поехали. Значит, ведем дорогу с этой точки и подключаемся в Крапивницкий. Тут у нас плохо будет, да, проходить. Значит, с этой точки ведем, вот так вот подключаемся. И первый маршрутик у нас автобусный будет, соответственно, будет у нас перевозить пассажиров. После этого смотрите, как будем действовать. Вот тут вот железная руда есть. Направим железную руду, чтобы она у нас возилась в Крапивницкий. И тоже у нас потихонечку ушли деньги. В каком городе мы будем ставить свою штаб-квартиру, я пока еще не определился. Давайте сейчас быстренько все это сделаем. Все маршруты готовы, осталось только сейчас зайти в гараж, купить соответственно технику и запустить, и смотреть, какая у нас будет на данный момент прибыль. Из-за того, что длинный маршрут с Крапивницкого будет идти в, какой он там город называется, Камень Каширский, я не понимаю, почему по-украински пишет, хотя там написано русский язык, но ладно, ничего страшного, для меня в принципе украинский, русский, никаких проблем нету. Хоть тот язык. Так, значит, берем следующее. Вот это. Вот это у нас будет пассажирская. 700 у нас получается 1000 гривен она. Выбираем ее. Добавить остановочку. Едешь. Набираем тебе транспорт. И тут добавить остановочку. Здесь ты трансфер разгружайся. Сразу давайте индивидуальный маршрут делаем. Сохранить. Как? Маршрут 1. Не знаю, маршрут 1. Пускай будет... Пас 1. Пассажирский маршрут номер 1. Есть такое. Выпускаем на маршрут, пускай едет. Далее нам нужно теперь железную руду. Так, берем купить. Железную руду у нас будет перевозить газ АА 600 тысяч гривен. Так, берем теперь, назначаем добавить остановочку. Ты у нас здесь загружайся, дружок. Загружаясь, сохранение. И вот тут вот идешь на разгрузочку. Разгрузочка по полной. Сохранить как? Маршрут номер... А чё он маршрут номер 2 называть? Я не понимаю. Тут же вроде бы название должно быть. Ну ладно, ничего страшного. Это у нас будет ресурсы.
Рес 1 напишу, рес 0 написала, ресурсы номер 1. Все, готово, выезжай. Выезжает. И теперь давайте за ними понаблюдаем. Всего мы потратили не слишком-то и много. Осталось только посмотреть на результат. Так, первый у нас будешь ты, дружочек. Поехали, сейчас мы чуть-чуть скорость увеличим. Должно вроде бы на все хватать, на обслуживание, прям вот на все, на все. Ох, ох, полетели, полетели, полетели. Мне интересно, ты будешь набирать, сколько людей, много или нет? Так, завернул, заехал. Сделка состоялась. Предприятие промышленное строение получило первую поставку груза железа. Железо уже, в принципе, доставили, я вижу. На 28 тысяч. Мне интересно сейчас, за сколько мы пассажиров привезем и сколько мы с этого будем зарабатывать. Кстати, он взял хоть кого-нибудь? Не увидел я, взял или не взял. Но 25 тысяч мы получили за одну ходочку. Это, в принципе, нормально. Теперь знаете, что нужно сделать? Нужно сделать разворотик. Так, разворотик. Я же им запретил разворачиваться, где попало. Они теперь будут разворачиваться там, где нужно. Давай-ка мы сейчас отменим. Если я вот тут вот разворот тебе поставлю, ты будешь доволен или нет? По 28 тысяч начали возить эти. Развитие потихонечку пошло. Я хочу сейчас, знаете, что еще посмотреть? Вот этот вот город. Ага, Ворон. Как бы сюда... Тут есть рядышком дерево. Давайте воспользуемся, пока у нас рядом дерево. Зарабатывать вначале нужно на всем, потому что мы на максимальном уровне сложности. Поехали. Все маршруты мы проложили, денежки практически потратили, кредит я не хочу брать, теперь осталось только совсем маленькое, включить это все дело, чтобы у нас пошло, и ждать, пока у нас будет прибыль. От прибыли нужно будет потом оттолкнуться, что нам дальше делать. В принципе, я уже понимаю, нам не хватило денег запустить вот здесь вот на дерево, и нужно будет, наверное, еще запустить один пассажирский автобус. Он неплохо так дает, кстати, пассажирочка, посмотрите, 103 тысячи. В принципе, это один автобус, два автобуса будет давать у нас почти 206 тысяч, и это хорошо. Сейчас я предлагаю промотать все это дело, пока у нас будет прибыль. Во время промоточки я как раз успею купить еще одну машинку и направить ее на дерево. На вырученные средства, соответственно, запустим еще один пассажирский автомобильчик. Прибыль у нас отлично идет на высоком уровне сложности. Я очень рад, что я все правильно настроил. Смотрите, я поставил на паузу, у нас там было 30 число, это очень важно. Сейчас я объясню некоторые моменты, тут, конечно, не вся статистика есть в игре, но все же можно в идеал настроить линию, которая будет максимально давать прибыль. Вот максимально давать прибыль. Смотрите, теперь сейчас показываю. У нас возится здесь железная руда, и железная руда у нас тут принимается. Видите, да? Теперь заходим в город, заходим в предприятие и смотрим. Видите, 35. Это означает, что данная машинка, которая ездит с железной руды в город, привезла за месяц 35 единиц. Значит, если мы сейчас на маршрут пустим еще одну машинку, она привезет сколько за месяц? 70, понимаете, да? И у нас не будет переизбытка, и мы не уйдем в минус. Давайте сейчас это и сделаем. Значит, у нас получается возит, это кто у нас? Вот рез 1. Идем в гараж, нажимаем. Вот банально вот так копируем. То, что мне нравится в этой игре, просто открываешь маршрут и копируешь, это просто жесть. Так, норм, у нас 354 тысячи, теперь давайте пойдем по сводочке посмотрим. Ну, уголечек, ну извини, уголька у нас
Нету. Не, в принципе, уголечек у нас есть, но он очень далеко. Давай ты расформируйся. Вот тут я где-то уголечек видел. Да, у нас нету денег. Так что камень Каширский, Захидно. Давай, расформировывайся, и будет все нормально. Может, какое-то нормальное предприятие появится. Здесь предприятие требует железные руды, но, опять же, нету денег провести. Туннель очень дорого стоит. Очень-при-очень. Теперь, бы, что я еще хотел бы сделать, но у меня, скорее всего, денег пока на данный момент не хватит, поставить еще пассажирочку автобусную. У нас получается охват этой пассажирки вот такой вот. Я бы хотел ее в следующую поставить где-то вот здесь. Вот, вот как раз бы нормально было. Если бы ее вот тут поставить бы, был бы немножко больший охват. И второй, именно наш автобус, пустить на вот эту вот остановочку. Как раз самое то, что нужно было. И вот тут у нас остановка стоит. Видите? Поставить бы еще вторую здесь. То есть нам нужно сейчас накопить на две остановочки. Посмотреть, какая у нас опять же будет прибыль. Сейчас просто такое время ожидания будет. Смотришь за статистикой, наблюдаешь и смотришь, как оно что дальше. Теперь опять я вам предлагаю все это дело понаблюдать. Я, если что, может, какие автомобили еще куплю, но это не точно. И посмотрим. Давайте последнюю сейчас статистику посмотрю, дабы я знал, когда у нас в ускоре покупать или не покупать. Так, предприятие 40. Во! Видите, вот тут вот тоже можно будет машинку добавить. Вот как раз в ускоре и добавлю. Как раз одну единственную. Все. Поехали сейчас по-быстрому добывать еще денег. Я думаю, ляма на 3 мы успеем выйти. Денег накопили мы уже достаточно. Я в ускоре, как вы уже увидели, поставил сразу остановочку, еще одну. Сделал переназначение. Теперь у нас автобус один ездит на одну остановочку, а другой автобус ездит на другую остановочку. То есть у них разные остановочки пассажирские. И в итоге у них выходит такая приличная, я вам скажу, у обоих прибыль. И у одного 124, и 140 во второго. Тем самым мы увеличили охват, видите, 133 стало, нормально, добавил, даже там, даже больше, чем нормально, уже хорошо стало, нормально, хорошо, можно даже добавить еще одну. Тут увеличил, получается, еще одну машинку, и предприятие теперь хорошо обеспечивается. Смотрите, там появилось предприятие, камень Каширском, железо. Сейчас мы его будем налаживать. Так, иди-ка ты сюда, терминал. Я думаю, если мы сейчас выйдем на более-менее нормальную прибыль, можно будет уже запускать железную дорогу. Можно было сразу начинать с железной дороги, но там слишком большой цикл. То есть пришлось бы ждать долго. Мы бы вышли потихонечку, но это слишком бы долго было. Самый быстрый старт, как по мне, это через, соответственно, машинки. А потом уже можно гнать по железной дороге сколько ты хочешь. Так, давай мы тебя поставим здесь. Вроде бы ничего не задевает. Правильно? Правильно. Вроде бы ты еще пока требуешь. Теперь я немножко сделаю тут терраформинг. Я думаю, две клеточки не сильно ж много будет. Вот так. Выровняйся или нет? Мне просто интересно. А, типа надо сначала убрать, а теперь засыпать. Во, вот так вот все происходит. Я тебя понял. Нельзя. А почему нельзя? Тебе нужен чуть больше поворот, правильно? А если я чуть дальше вот так тебя выверну? Нет. А вот на вот этой клеточке нет. А если, мать, я тебе просто удалю и заново вот так сделаю. Во, вот так ты можешь, да? Все. Отлично, тут мы сделали, есть, теперь нужно настроить, чтобы у нас поставочка именно железа пошла в эту точку, в это предприятие, нам обещают большие деньги за то, что мы будем доставочку делать. Я предлагаю запустить несколько машин, три сразу, не прогадаем 100%, один, сейчас мы сделаем следующее, и как раз по статистике посмотрим. Так, смотри, тут делаешь ты загрузочку и добавить остановочку.
и вот здесь вот ты делаешь разгрузочку, понимаешь, да? И сохранить как железная руда, камень каширский, все правильно. Теперь поехали, выпускаем мы тебя на маршрут, соответственно, и пошли в гараж, мы сейчас еще две точно таких же машинки сделаем. Один, два. И я надеюсь, они будут нормально ездить. Так, есть. Потратили практически все деньги. Давайте сейчас понаблюдаем за этим безобразием. Я также еще хочу посмотреть, где тут можно добавить остановочку. Так, так, пассажирская. Ты, значит, тут всех захватываешь, тут всех захватываешь. То есть ты, в принципе, охват здесь делаешь 35. Прям супер отличный. Хорошо. Все, давайте сейчас посмотрим, что мы здесь намутили, как это повлияет на экономику, правильно мы вложились или неправильно. Если мы правильно вложились, соответственно, у нас пойдет большая прибыль, и уже можно будет думать о железной дороге. Вышел я почти на 1 миллион прибыли, ну можно сказать, в тот раз было миллион, в этот раз чуть-чуть меньше будет, потому что еще высчитается процент по займам. Поставил я сейчас на паузу, хочу посмотреть, сколько чего где нужно добавить на предприятиях. Так, тут за 30 дней получается 39, по 13, значит, возите, значит, да, втроем. Одну машинку можно добавить, хорошо. Также давайте сейчас проверим, сколько будет, если мы, допустим, железную дорогу прокинем вот здесь, вот сколько это будет вообще стоить. Просто по прямой железную дорогу. Так, 1,5 ляма. А вот здесь кусочек. Я понял. А если вот так кусочек? А чуть-чуть дальше кусочек. Так, еще лям. Это 2,5 ляма. Тут у нас туннель будет, я так понимаю. Так, построить тоннель. А, высота у нас вроде бы вот тут одинаковая, да? Вроде бы здесь, да, одинаковая. Короче, еще лям 600 с тоннелем. Офигеть, просто высота курсора минус 3. Мне бы, пожалуйста, высота курсора 0 давай. Во, вот так вот. Короче, 1 200 000. И тут мы уже будем добывать уголь, соответственно. Уголька, сколько это нам нужно на добычу угля? Еще 1 000 000. Потом поставить, получается, станцию. Это еще 600 тысяч. Ух ты, ё-моё. И потом еще запустить, поставить депо, запустить локомотив. Не, не вытянем сейчас на данный момент, к сожалению. Если бы там бы не было горы, тогда можно было бы что-то подумать, да? Нужно сейчас пока дальше раскачиваться на пассажирах и на доставочках вот этих всех меленьких. Вот тут по-местному можно будет как-нибудь попробовать все-таки доставить дерево, но нужно будет подождать, пока вот здесь вот появится дерево. Тут уже дерево навряд ли появится, потому что два ресурса всегда первичных появляются в городе, и потом следующий ресурс, получается, второго уровня спаунится. Значит, вот тут вот может дерево появиться, и когда оно здесь появится, нужно, чтобы у нас были деньги, и мы протянем вот так вот дорогу в Крапивницкий, и будем дерево сплавлять. И как раз у нас прибыль увеличивается, наверное, 1 000 000 до 2, и будет нормально. Угу. Значит, на данный момент все, что нам сейчас нужно сделать, зайти в гараж, открыть вот так вот, потом вот эту вот железную руду, которая возится, добавить одну машину, одну. Если добавим еще одну, можем в минус уходить, так что нужно смотреть, по 70 тысяч от ним приносят. Теперь давай в Крапивницком посмотрим предприятие, что у нас тут. Спрос увеличился, 74, но если дадим больше, тут будет минус больше, так что не вижу смысла пока добавлять от слова совсем, не вижу, хотя... Хотя, давайте одну добавим, одну единственную машину добавим. Там потери не слишком большие будут. Так, мне нужен, значит, вот это, да, получается. Вы ж правильно, вы зелененькие. Железная руда? Нет, это не те.
Не синие нужны, которые перевозят. Сейчас дайте я посмотрю, где он находится. Вот он, да, все правильно. Синенькие, синенькие. Значит, заходим сейчас в гараж. Нажимаем копировать. И погнали. Все, выезжай на рейс. Все, в принципе, должно нормально. Запускаем теперь нашу шарманочку. А, и забыл посмотреть, может, здесь нужно добавить. Ну, тут, в принципе, на предприятии показывают отлично. Значит, можно не добавлять, они вдвоем справляются. Но деревянная балка и уголь пускай уходят, они мне не нужны, по сути. Отлично, это хорошо. Так, что у нас выходит? В принципе, мы будем выходить в минус. Давайте сделаем так. В этой серии мы нереальный плюс вышли, я бы сказал, очень даже хороший. Давайте я за кадром нафармлю денюшек как можно больше, и мы сразу в следующей серии будем строить железную дорогу. Как вам такое предложение? Я думаю, вам понравится. Если тебе понравилось данное прохождение, ставь лайк, подписывайся на канал, и увидимся в следующей серии.